такие энергичные, талантливые. Ну такие любящие свой город люди. Мои дорогие земляки. Как разогнать толпу. Я хочу сегодня поблагодарить вас за вашу активность. За этот праздник, невозможен праздник. За вас не 4 раз намагаться. И за вас уже первый. Спасибо вам. Я все эти позиции. Этот праздник стали все лето. Город расцветает, город благоустроен. Мы приводим в порядок здания и сооружения, которые им гордимся, которые создавали честь и славу нашего любимого города. Конечно, делаем это вместе. Я хожу сейчас сюда, на эту сцену, и считаю это справедливым. Пригласить людей, которые делают много для того, чтобы наш город процветал. Это, конечно, глава города, Елена Владимировна Лапушкина. Пошла! Для того, чтобы наш город возвращал свои традиции, чтобы он приобретал новые культурные традиции. И будет делать это дальше совершенно точно. Александр Ефимович Кинштейн. Елена Владимировна, вы скажите горожанам. Ничего не говори, иди. Куда дальше? Где папа? Счастье, настроение и вечного движения вперед. Друзья, отсюда, с этой сцены, ощущение такое, что на площади... А когда вышли официальные власти Самары, люди-то уходят. Людей, которые умеют работать, брат, и отдышать от души. Я всех поздравляю с нашим праздником и поздравляю с тем, что сегодня Самара, самарцы, Самарская область сделала свой выбор и определила, как дальше она будет жить. А жить лучше, увереннее, красивее. С днем рождения, Самара! Мы сделаем наш город самым лучшим! С днем рождения, дорогие мои! С праздником! С днем города! Любимый город!